ребята. Слушай, ну а как думаешь, почему вот у Моргина, например, не получилось? Я не знаю, следишь ты или нет за его судьбой. Все, что делает... Нет, вот за Моргином я послеживаю. Все, что делает Морген, работает только с русским менталитетом. Это абсолютно несовместимо с западным менталитетом. У них совсем другая ментальность. И именно потому, что все русские с русской ментальностью пытаются заходить, у них никогда это не получится. Я прекрасно понимаю, что для того, чтобы стрельнуть там с французским языком, нужно приехать во Францию, если хочешь через Францию заходить, либо в Канаду, если хочешь через Канаду. Пожить там полгода, год, и нужно стать персонажем локально. В России каждый рэпер живет вот у себя на районе. Сначала весь район узнает, что пацан делает рэп. Потом город узнает, когда парень начинает суетиться по всяким выступать клубам, да.